Всем привет, друзья, на канале Мира Мира, и сегодня я бы хотел провести такой челлендж в игре Террария, где я должен буду сделать весь мир превратить в багрянец, а потом посмотрим, что же нам скажет на это дриада. Ну что ж, я закупился вот такими вот зельками багрянца и также очистителем, и мне, не знаю, хватит ли мне 4000, но если не хватит, я приду домой и куплю еще. Вот как я ради вас постарался. Ну и в общем, давайте ускоряем видео и уже посмотрим, будет ли, как будет нас бомбить дриада после такого. Вас интересует, начала ли дриада уже бомбить на меня? Ну что ж, давайте сейчас это и проверим. Дриада, статус, мир на 61% багрянец, дела сильно испорчены. Ну, вроде не бомбит, но дела не испорчены, дела идут очень хорошо, потому что мир близится к полному заражению. Вы спросите, как же это делаю? А вот так-то, ребята, просто копаю тоннели в расстоянии 100 блоков друг от друга и начинаю распылять эту гадость красную. И все, весь мир просто-напросто превращается в багрянец. Ах, я взял броню, кстати, на стрелка, чтобы экономить снаряды, и, в принципе, все нормально экономится. Так, главное не заразить этот остров, а иначе им негде будет жить, и это будет плохо. Я еще хочу у дриады спросить, что будет, когда мир станет на 100% порчей. Вот это будет прикольно. Что ж, ребят, вы хотите, чтобы я рассказал вам результат и итог? Ну, в общем, я заразил почти всю часть мира, тут даже острова заразил, или просто их снес. И что в итоге? И как видите, сколько тоннелей я вырыл, но все же я никак не могу заразить такие места, как преисподние. И именно из-за этого эта вредная девочка пишет, что наш мир на 88% багрянец. Я, правда, ребят, уничтожал тут все грибные биомы, которые находил, все вот эти вот данжи, големы, даже... данж скелетрона, я их всех просто-напросто уничтожил и заразил порчей, но все же преисподняя никаким образом не заражается, и поэтому заразить мир на 100% невозможно. Но все же, ребят, мне кажется, челлендж вам понравился, ставьте лайк, если это так, и я продолжу подобные прикольные челленджи в Террарии. Также пишите, какие челленджи вы бы хотели увидеть, ну а мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание и всем пока!